Саша наш клиент, 2 года назад он пришел к нам в офис, и ему делали визу. Саша, у тебя же отказ был первый раз по визе ФО? Да, первый раз был отказ. Я делал там через другую компанию, потом я нашел компанию Ильи, и он мне помог получить визу, я приехал сюда. Через 6 месяцев я уже получил Social Security, 6 или 7, я уже не помню. И потом я сдал на права, на такси, мне заняло где-то около 2 месяцев все это. Ну и теперь я работаю, я его арендую. Ну, беру. Что это за машина? Это Yellow Cab, желтое такси. Только сзади тут. Я его арендую, плачу за него $700 в неделю. И заработок от 300 до 500 в день. Понятно. Ты на водительское удостоверение как учился? Я сдавал на русском языке. Учился в школе и сдавал на русском языке. Понятно. А вот по поводу жилья. Как быстро ты нашел жилье? Жилье нашел очень быстро. Через агентство. Заплатил агентству $1500. Они меня нашли буквально в течение 3 дней. И сколько получается в месяц тебе оплата? Оплата 1200. Ну, вот вместе с услугами. Это однокомнатная квартира. Понятно. Ну, нравится тебе США? Да, конечно. Скажи, вот мы сейчас ищем партнера, которые бы встречали людей, которые только приехали из США, помогали бы соцадаптацию сделать. Ты готов вот с нами поработать? Да, конечно, почему нет? То есть, а что ты можешь сделать? Вот, допустим, я могу встретить человека, ему организовать, где он будет жить, снять квартиру или комнату. А еще? Вот по поводу банковского счета. Да, открыть счета в банке, помочь, дать адреса. Вот, а вот если компанию? Компанию тоже можем помочь открыть. То есть ты, в принципе, уже все это сам на себе испытал? Ну да, я же это все прошел, это все мне делали, теперь то же самое я могу и помочь людям.